Я вітаю всіх телеглядачів першого міського. В нашому ефірі проект «Вечір п'ятниці». І у ці святкові дні для багатьох дівчат актуальне питання краси. Як бути красивими не лише у Новий рік, а й протягом усіх свят, та й взагалі по життю. Тому сьогодні ми вирішили запросити до нас у гості візажиста, майстра по зачіскам, а також гримера першого міського телеканалу Дар'ю Базарову. Даша, дуже рада тебе бачити саме у такій якості, тому що зазвичай ти за кадром. Ну а сьогодні, я думаю, з задоволенням поділишся з нашими глядачами секретами, як же бути гарною і привабливою. Здравствуй, Наталья. Я тоже очень рада быть сегодня именно здесь. Все-таки оказаться в кадре – это для меня, скажем так, большое преимущество и очень огромный интерес. Я с удовольствием поделюсь всеми возможными своими секретами, знаниями, ну и дам небольшие подсказки, я думаю, в плане подготовки, особенно к праздничным дням. Ну що ж, перше запитання в мене не стосовно свят. Ти пам'ятаєш взагалі, коли намалювала губи перший раз у житті? Я пам'ятаю, але я б не сказала, що це, може, був перший раз. Как сейчас я помню, у мамы был такой красивый косметический набор, и в нем были золотистые, серебряные и бронзовые помады. Я их выковырила все, измазала по себе. Ну, в общем, это был мой любимый набор. И, наверное, с того момента моя страсть к косметике была заложена. А сколько роков тебе было, помнишь? Ну, приблизно. Думаю, где-то лет 5 или 6. Вовсе таких, да, совсем маленькая. Ну, мы же девочки, у нас любовь к прекрасному просыпається дуже рано. Ну і от, власне, про дівчат і про важливість макіяжу поки що поговоримо трішки про повсякденний. Твоя думка як візажиста, що макіяж взагалі, чим він є у житті жінки і наскільки він важливий? Тому що є прихильниці абсолютно натурального обличчя, да? Зовсім без косметики, ані помади, ані тіней. Є жінки, які не можуть вийти без макіяжу з дому, тобто дуже різні типажі. Що ти думаєш з цього приводу? Однозначно я можу сказати, що це діло личних вкусів і предпочтений. І немаловажно ще учитувати такий момент, який соціальний статус займає жінка. Тобто, навіть якщо, к примеру, вона домохозяйка, но вона любить за собою ухаживати, вона слідить за своїм внешнім видом, то, звісно, навіть вдома вона буде виглядати завжди прекрасно. Прекрасно, ухожено, красиво и с макияжем, либо же без. Но, соответственно, если девушка занимается более, скажем так, медийным делом, ну, либо же постоянно находится на публике, то, конечно, она не может себе позволить, я так считаю, выйти без каких-либо тюнингов, скажем так. Хотя бы минимальных. Вот. Да, хотя бы минимальных. И действительно, самый минимальный набор – это те же самые накрашенные реснички, губки, бровки, приведенные в порядок. Это действительно вот самый неотъемлемый атрибут в нашем полном образе. Якщо говорити про макіяж повсякденний, незалежно від типу обличчя, шкіри, віку, можливо, жінки, які от базові речі, які кожна жінка мала б брати собі до уваги. От, що має бути на обличчі, якщо ти хочеш виглядати доглянутою? В першу чергу, це має бути щоденний уход і якісно підібраний. Однозначно, должен присутствовать хотя бы еженедельный или пару раз в месяц поход к косметологу, который поможет вам подобрать необходимую уходовую косметику. Вот, для того, чтобы привести кожу, состояние вот именно внешнее в порядок. Ну и в дальнейшем это, конечно, правильное нанесение и последовательность всех остальных атрибутов косметических и декоративной косметики. То есть именно если мы правильно все создаем, правильно все наносим, тогда у нас и получается красивый и выгодный результат. Можно даже это так назвать. Ну от що, які це мають бути мінімальні must-have, так от, повсякденного макіяжу? Що це? Я думаю, вот обязательно, что должно присутствовать, это, к примеру, те же консилеры, либо тональные средства. Если девушкам нравится полностью тонировать лицо, ну вот как вариант. Если же хочется скрыть буквально
нормально только синячки под глазами, можно обойтись консилером, либо же с помощью хайлайтера, добавить немножко свежести, сияния. Это обязательно должны быть ухоженные, красивые брови, потому что они создают общий вид нашего лица, и все-таки физиогномически, вот если с такой точки зрения брать, это немаловажный атрибут в нашем образе, который диктует уже нашу статусность, диктует нашу индивидуальность и все наши, скажем так, особенности. До речі, про брови, які зараз в моді, чи є якась зараз тенденція до чогось, тому що колись, рік-два тому, це були такі графічні, чіткі, достатньо широкі, як зараз? Я би даже сказала, що каких-то кардинальних змінень в этом плані нет. Вот, каждый подбирает под себя, что нравится ему больше. Я, к примеру, больше сторонник натуральности, то есть если волосяной покров позволяет создать такой нежный и неброский образ, то, пожалуйста, достаточно использовать только укладочный гель, и все, красота наведена. К примеру, кому не хватает легкой графичности, не хватает пигмента в самом волоске, то можно... На то светле, так? Еще? Да. Да, то тут, конечно, уже в ход идет сама структурность, графичность, четкое прокрашивание. Но, опять-таки, тоже смотря к какому мастеру попадешь. До речи, про мастеров. Чи может девчина сама зробити собі от брови такими, як мають бути? Чи все ж таки ти радила б йти до професіоналів? Однозначно могу сказать, что если это первый опыт, особенно для юных девушек, которые вот только вступают в период подросткового возраста и они начинают формировать себя внешне, то я бы все-таки рекомендовала обратиться к специалисту. Вот. И в дальнейшем, конечно, если это мастер опытный, он может дать четкие и грамотные рекомендации по уходу за бровями и как правильно потом создавать себе коррекцию. Вот. Конечно, все это можно делать и в домашних условиях, но опять-таки проконсультировавшись у опытного специалиста. Ну и чтобы завершить тему повседневного макияжу, перед тем, как перейдем до святкового, тож які базові моменти, окрім того, що бажано вирівняти тон обличчя, що ще має бути на обличчі, щоб воно виглядало свіжим і доглянутим? Достаточно, я думаю, подкрасить реснички. И это, кстати, может быть не обязательно только черная тушь. Можно подбирать оттенки, исходя от своих предпочтений. К примеру, цвета глаз и повседневной там занятости. Ну, то есть, если это все-таки строгий деловой стиль, офисная работа и тому подобное, тут, я думаю, мало позволительного будет использовать яркие, броские образы. Вот, достаточно будет ограничиться, к примеру, тушью коричневого цвета, легким макияжем губ в нюдовых оттенках. Вот. Ну и также помада. Опять-таки, все зависит от того, где, кем вы работаете и какой день у вас планируется впереди. То есть, если это деловая встреча, лучше все-таки использовать что-то нейтральное, приглушенное, кремовое, скажем так, абсолютно легкое и невесомое. Если же все-таки это поход с подругами в кино, то тут можно себя побаловать чем-то ярким. Нанести на губы яркий блеск или же помаду. К примеру, те же красные помады, ну, не значит, что их нужно использовать в определенный день, по определенному поводу. А, до речі, вони будуть нормально виглядати у будні дні? От, ярка, яскрава червона помада, наскільки вона буде от, доречна? Очень, да, очень. Самое главное, как ты ее носишь. То есть наше лицо, наш макияж, мы это тоже должны уметь правильно носить. Если же хочется сделать акцент именно на губах, то желательно не использовать других акцентов в своем макияже. То есть пусть это будут просто яркие губы, яркие такие насыщенные броски. Нейтральный макияж глаз, либо же его практически тоже может не быть. Ну, нейтральный – это тушь, я так понимаю, так? Это вот минимально. Кто-то может быть даже и без туши, у кого-то свои ресницы могут быть насыщенные, черные, еще и такие закрученные, как бы тогда смотрится, ну, просто шикарно.
Вот, поэтому я бы не сказала, что есть определенные такие четкие правила, которых нужно придерживаться, и вот по-другому никак. Але різниця, коли все ж таки трішечки підфарбоване обличчя з макіяжем легким і без нього, ну, вона різниця дуже велика, тому що з допомогою макіяжу ми можемо додати собі свіжості, убрати легку усталость, яка у нас була. Тобто макіяж – це як вот наш легкий камуфляж. Ну, у кого-то легкий, у кого-то більш тяжелый, все зависит от навыков и личных предпочтений. Как больше нравится, какая задача перед нами стоит, такую мы и выполняем. Но однозначно мы преображаем себя и преображаем свое внутреннее состояние. Не зря говорят, что вот если тебя мучает плохое настроение, достаточно просто накрасить губы и выйти в люди. И все, как бы ты ловишь на себе множество восторженных взглядов и интересных лиц напротив, которые не прочь с тобой завести общение. З приводу макіяжу святкового давай перейдемо, тому що тема актуальна, в нас святкові дні, вони тривають і ще будуть тривати. Які тут твої поради? Який макіяж взагалі святковий? Як він виглядає? Яким він має бути? Для меня это однозначно очень яркий и броский макияж, потому что он подразумевает собой выход в свет в более темное время суток, скажем так, когда свет относительно приглушен, либо его практически минимальное количество. И, соответственно, для полного образа нам не хватает этой яркости. Поэтому мы можем добавить акцент как на губы, так и в макияж глаз, так и в саму общую коррекцию, цветокоррекцию лица. То есть тут можно позволить себе много ярких акцентов. Ну, конечно, это все должно быть грамотно и четко спланировано. І має, я так розумію, може бути акцент і на очах, і на губах одночасно, правильно? Да, тобто да. Те, що у повсякденному макіяжі не дуже вітається, тут це допустимо. Да, очень даже допустимо, потому что, я повторюсь таки, мы выходим в более темное время суток, когда не хватает вот этого дневного освещения, из-за которого можно увидеть какие-то изъяны, можно увидеть вот действительно вот эту тонну косметических продуктов, которые могут быть у нас на лице. Хотя бы даже те же самые пигменты, вот яркие, они смотрятся при дневном свете по одному, нежели в вечернее время под светом софитов, лампочек, гірлянд і тому подобне. Які тенденції макіяжні у 2019 році взагалі от планують бути? От що вже можна з цього приводу сказати? Що буде модним, що буде актуальним? Ну, каких-то однозначних моментів я виділити не можу, тому що слідя за новинками или даже не новинками, за подиумными образами с Fashion Week, там осенних, зимних, то есть можно наблюдать акцентные моменты в цветовых гаммах, в цветовых палитрах. Вот. И то, что максимально рекомендуют на следующий год, из того, что я обратила, это естественность, это приглушенные оттенки. Нюдовые, кремовые, однозначно вот что-то такое легкое, однозначно это нежные блески на губах, это сияние дополнительное, то есть те же самые строп-техники, которые позволяют нашей коже излучать свежесть и напитанность, скажем так. Вот. Также возвращаются, можно даже сказать, не уходят из моды и вкусовых предпочтений наших девушек стрелки, яркие губы. До речі, про стрілки, воно йдуть всім, адже є різні типи очей, можливо, тут є нюанси, чи можна підібрати на будь-яке око стрілку? Я считаю, что можно, потому что за время своей работы сталкивалась с разными типажами девушек, сталкивалась с разным строением века. И стрелка подразумевает собой не только четкость и графичность, она может быть достаточно такой легкой, растушеванной, подчеркивать только ресничный контур. То есть это все настолько максимально индивидуально,
И если вы попадаете к грамотному специалисту, и он в достаточной мере может прочувствовать вас как человека, что вам нужно, и, соответственно, создать именно тот образ и подобрать такой вариант, который подойдет вот именно вам. В общем, для любого века можно использовать подобный прием. Ну і запитання вже не про макіяж, а про, власне, косметику. Як ти вважаєш, що краще? Все ж таки, один чи два якісних продукти, чи багато більш дешевих, але різноманітних? От як, на твою думку, що краще обрати? Скажем так, если брать момент личного использования, то есть, ну, не мастерам, потребителям. Так, то я говорим про дівчат. Да, я бы все-таки рекомендовала выделить какую-то сумму для себя, вот для покупки косметических средств и декоративной косметики, которые будут в арсенале. И лучше все-таки обратить внимание на немножко выше, чем среднюю ценовую политику, потому что это как-никак качество. Это будет видно уже невооруженным глазом. Безусловно, наши масс-маркеты наполнены большим изобилием косметических продуктов, декоративной косметики, но, к сожалению, они не настолько качественно и презентабельно выглядят. Плюс многие девушки пренебрегают консультацией у мастеров, у тех же визажистов в правильном подборе этой декоративной косметики. Они не знают, как, что лучше всего сопоставить. Как правильно подобрать тоже тональное средство, как это в итоге нанести, чтобы оно смотрелось красиво, подходило тебе по типажу, по тону кожи, по состоянию кожи, то есть такие деликатные моменты. Если сильно постараться, то можно, конечно, даже с дешевой косметикой попробовать сделать интересный, яркий образ. Но, опять-таки, не вся она качественная, не вся она будет выигрышно смотреться. Поэтому я все-таки, да, я за то, чтобы в косметичке были более дорогостоящие продукты. Краще менше, але більш якісно. Да, да, это точно. Ну, как бы для себя, любимой, слишком многое не нужно. То есть, если ты не визажист, если ты стилистикой подобной не занимаешься, тебе не нужны огромные чемоданы. Mm-hmm. Вот, буквально небольшая косметичка, помада, консилер, тушь, может быть, BB-крем, вот, и этого будет уже достаточно. Но выбрать хорошее, качественное, вот, и оптимально, конечно, по цене. Даша, ну і зараз в тебе є можливість привітати усіх наших глядачів з прийдешніми святами. Чого б хотіла побажати всім криворіжцям? Ой, це такий щепетильний момент, скажімо так, тому що поздравити хочеться всіх і пожелати тільки всього самого найкращого, щоб люди не забували ставити собі цілі, не забывали мечтать и стремиться к этим мечтам. Вот, не забывайте баловать себя полезностями и интересными продуктами. Не забывайте обращаться вовремя к мастерам своего дела, которые помогут вам определиться с выбором. В общем, только с наилучшими пожеланиями и хорошо провести эти праздничные дни. Я тобі дуже дякую. Думаю, що ці поради були дуже корисні і вчасні для наших телеглядачів. Сьогодні в гостях у проєкту «Вечір п'ятниці» була візажист, стиліст зачісок та гример першого міського телеканалу Дар'я Базарова. У студії працювала Наталія Болдинська. Я бажаю усім красивих свят. Будьте красивими у новому році і до зустрічі на першому міському.